Друзья мои, всем добрый день. Сделаем курочку в духовке. Я кожу с нее всю сняла. Приправку сделаем очень вкусненькую. Сушеный чесночок. Курица очень любит чеснок. Хмельки-сунельки. Немножко сладкой паприки. Немножечко горчицы. Я очень люблю горчичный вот этот вкус. Любая столовая пойдет. И она маленько даст перец, короче, черный. Остроты чуть-чуть. Соевый соусок. И немножко сольки. Прям совсем капельку. Все это перемешаем. И оставим вот так вот немножко мариноваться. Буквально на минут 20. И отправим в духовочку. Будут очень вкусные бедрышки. У меня это бедро куриное. Здесь у меня две упаковочки. Две подложечки бедрышков. Все. Оставляем на маринад. Бедрышки наши замариновались. И все. Я их выкладываю. Выкладываю запекаться. И к бедрышкам уже можно будет подавать любой гарнирчик. Можно просто с салатиком, как я кушаю. Отварю еще макароны. Потому что у меня в большинстве любители все-таки все макаронные души, короче. Все, отправляем в духовку. Все. И на часик в духовку. Вот такая красавица получилась курочка. Это не сгорело, это соевый соус. Это она зажаристая вся. А запах такой. Вкуснятинка. И сделала такие красивые макарошки. Все, ужин готов. Можно будет кормить семью. Всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием для своих, для любимых.